Всем здорово. Всем привет. Я вас всех приветствую, дорогие друзья. С Днем Победы, ребята. Да, сегодня у нас 9 мая. Специальный выпуск. Да, сегодня у нас 9 мая. Сегодня у нас... Сколько лет там прошло у нас, мистер Гришаныч? Лето прошло уже 73 уже. 73 года прошло, как военные победили... Ну, наши советские солдаты разгромили Третий Рейх. Да, и из этого мы снимаем выпуск «Диана Эксперта». Да. И сегодня будем пробовать Миринту и Фанту. И которая была, кстати, немецкого со времен Третьего Рейха, если вы не знаете. Да, и Фанту. И первое, что мы попробуем, это Миринту. Да. Итак, сейчас тоже давайте начинаем дегустацию. Разобьем. Вообще, моя кепочка няшная просто. А что такое? Блин, ну жарище, вот как раз и выпьем за компанию, да? Да, и потом пойдем гулять. Да, погуляем по городу. Футбол поиграем. Да и футбол погоняем. А завтра на практику выйду. Да, 11 мая я отдыхаю. А, завтра на работу. Да, ничего страшного. Ну что ж, давайте уже приступим к дегустации. Да, знаете, в Миринде ощущается вкус апельсина, но он сладкий очень. Мне его вообще почувствовалось, как будто шипучесть с лимоном. Ну, не с лимоном, с апельсином, который. Ну, моя оценка, пожалуй, 9 из 10. 10 из 10. Тоже 10 из 10 поставлю. Диван-эксперты одобряют. Диван-эксперты одобряют, да. У нас тут Гришаныч торопится. Да, я люблю вот все время такой. А потому что я скороход. Да, и, наконец, второй претендент у нас – это Фанта. Итак, ну что ж... Ребят, извините за такой вид, просто жарко было, поэтому. Да ладно, зато обгоришь. Зато загар будет хороший. Давайте же приступим к тесту. Так, Deeper Pines. Ну что ж, давай же приступим дегустацию. Дегустацию. Ну, кстати, в Фанте более-менее ощущается вкус апельсина. Дело в том, что вот Миринде. Миринде тоже ощущается, но, как я уже говорил, он такой сладкий, а вот Фанти такой, ну, двух, такой вот, очень, как его, хороший это сок. Моя оценка, пожалуй, 8 из 10. 9 из 10. Потому что на холодной. 9 из 10 из-за холода я поставлю. Итак, ну что ж, диваны-эксперты одобряют. Итак, ну что ж, думаю про частное все. С вами был Полимиров Гришаныч и Женек. Лайк, подписка на подписывайся на этих ребят и на меня, на Павла Немирова. Всем удачи, всем пока и до новых встреч. И всех с 9 мая.